Это Ильинский. Это Виктор Ковтун, художник. И директор гимназии номер 6, где училась Людмила Гурченко. Мариинская гимназия. Александра Михайловна. И сегодня мы пришли сюда с гостями. Здесь и мэр Петровска, и мэр Одессы, и другие мэры. Они сегодня посмотрят, какой мы сделали самый лучший фонтан нашей Украины. Но он находится здесь, в городе Харькове. Здесь раньше была достопримечательность. Стоял памятник Ленину. Его свалили, когда была декоммунизация. Мы теперь решили здесь построить фонтан. 150 струй в этом фонтане. 150 струй. 7 колец. 36 метров в диаметре. Это самый большой сухой фонтан, который будет работать для вас, дорогие харьковчане и гости нашего города. Слава тем, кто его строил. Слава тем, кто успел его построить, как и города. Давайте их поприветствуем.